Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что забежали ко мне на кухню. И сегодня будет что-то очень вкусное из цветной капусты. Просят меня готовить, продолжать рецепты с цветной капусты. Я ее тоже очень люблю, поэтому делюсь с вами этим рецептом. Нам понадобится цветная капуста, курага и также фарш. У меня здесь два вида фарша. Это свинина и немного индейки. Я его уже посолила, поперчила, добавила сушеный чеснок и немного сладкой красной паприки. Также у меня здесь половинка луковицы прокрученная. Давайте быстренько мешать фарш. И не забываем в фарш добавить одно яйцо. Хорошо все перемешиваем до однородного состояния. Лучше, конечно, это сделать руками. Фарш готов. Цветную капусту я помыла и немного ошпарила кипятком. Теперь разрезаем ее на более мелкие соцветия и сразу закидываем в жаропрочную форму. Вот так. Мельче не надо. Капусту нарезали, по вкусу подсаливаем. Берем немного фарша, достаточно одну столовую ложку, вот такую. Закладываем в серединку курагу и защипляем. Делаем как бы такую котлетку. Можно сделать даже кругленькую. Выкладываем сверху на цветную капусту. Вот так. Делаем так оставшиеся тефтельки. Защипляем. И укладываем на цветную капусту. Вот такая красота получается. Накрываем все фольгой. Желательно так поплотней. И отправляем в духовку 180 градусов до полной готовности. Вытаскиваете, смотрите, если котлетки готовы, то блюдо полностью готово. Ну, примерно где-то минут 40, так как у меня тут свинина. Точно будет стоять. Может быть, поменьше. Ну и вот такое получается очень вкусное блюдо. В конце приготовления я еще сняла фольгу и немножко вот так вот поджарила. Кому нужно побольше, оставляйте в духовке побольше, включайте верхний тен, и у вас поджарится побольше. Мне больше не нужно. Никакого дополнительного масла в это блюдо не нужно. Все прекрасно пропекается и так. Не жирно, вкусно и подходит для правильного питания. Пробуйте, готовьте. Сказать, что это вкусно, это просто ничего не сказать. Это великолепно. Кому понравится рецепт, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные рецепты. Также заходите в группу ВКонтакте и подписывайтесь на второй канал. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. Давайте жить вкусно, питаться правильно из простых доступных продуктов.